Всем доброго времени суток. Дикая лиса Маркиза. Да. Продолжаем процесс приручения. Лапку ложь. Лапку ложь. Ничего не хочет. Кошмар такой. Она определенную дистанцию держит. Да, подходи ближе, ближе. Ну, господи. Лапку ложь. Ближе. Лапку ложь. Не хочет на лапку ложить. Вот это. Да. Ну. Что не понравилось опять? Ну, быстренько иди доедай. Маркиза. Ну иди. Ну иди скорее. Говорят, она теперь что-то еще ей не понравилось. Ну иди. Ну. Кого она боится? Поднимайся, говорю, не кусайся, а поднимайся. Вот, давай, ближе подходи ко мне. Она научилась на задних лапах теперь стоять. Лапку ложь. Ну, на руку она реагирует, что я не задел. Смотри-ка. Ну ты что, она же будет это самое. Я тебе не на задних лапах хочу, а чтоб ближе вставала. Да. Опять она убежала. Давай тут маленько осталось. Ну, быстренько. Ну иди. Говори, что надо. Куда пожалуйста, иди скорее. Ну иди. Ну котенка, ну все, давай. Ну это все. Котенка-то она бежит сразу. Ну, подходи ко мне ближе, ну ты четко вредный это. Ну, конечно, у него там все вынюхивать надо. По котенку соскучилась, будет с ним его мацать. Да. Окей. Кусается она опять. Кого она кусается-то зачем? Укусить и увязать. Давай. Вредина, да потом ты с ним поиграешь. Я ж тебя жду. Ну, подходи, полезу. Вставай на лапки, ну вставай поближе. Ну
Какая хитрая, она съела все. Ладно, на, все, отдаю тебе. На, пальцы оближи, иди. Иди быстренько. Не хочет она ничего. Она это съела и все. Иди. На. Ну на, не буду тебя это мучить. На, иди, ладно, все. На. Иди, все, не трогай его. Ну иди. Нет, все, наверное, упрямая.